Вопросы поддержки оленеводческих хозяйств, состояние пастбищ обсудили на встрече Юрий Куприянов и якутский поэт и оленевод Михаил Колесов. Как отметил последний, сегодня оленеводы испытывают множество трудностей. Им необходима поддержка главы и правительства республики. В свою очередь Юрий Степанович отметил, что непосредственно живое общение с оленеводами имеет большое значение для правительства. Этот вопрос неоднократно поднимался и перед федеральным центром. Также поэт рассказал Юрию Куприянову о своем увлечении поэзией и недавно изданной книги. Таких специальных тем нет. Что вижу, и то и пишу. И иногда даже вот телевизор смотрю, там какая-то тема, масаи пляшут, например. И образ выходит, там тоже что-то странный образ. Ну, и превращаются в стихи. Ну, чисто визуальные и психологические эмоции.